В Твери получила свое продолжение история с неработающими лифтами в одной из многоэтажек московского района города. Напомним, что не так давно наш телеканал рассказывал о ситуации, в которой оказались жители дома номер 56 на бульваре Гусева. С момента ввода дома в эксплуатацию, а это случилось в 2016 году, периодически выходят из строя все лифты. Причина кроется в низком качестве ремней кабины и противовеса. Причем встает как пассажирский, так и грузовой лифт. И когда перестают работать грузовой, коляски и другие тяжести, жильцы вынуждены тащить на верхние этажи, что называется, на себе. Когда о проблеме рассказал наш телеканал, проверку в отношении управляющей компании «Тверская коммуна», которая обслуживает дом, инициировала Главное управление Государственной жилищной инспекции Тверской области. Как нам рассказали в ведомстве, на сегодняшний день в отношении обслуживающей организации начато административное дело производства. Кроме того, надзорный орган установил сроки, в течение которых все 8 лифтов в 4 подъездах дома номер 56 по бульвару Гусева должны быть приведены в рабочее состояние. Сроки мы определили, это апрель следующего года. Соответственно, управляющая компания направила извещение о составлении административного протокола за несоблюдение как раз вот лицензионных требований в части содержания общего имущества многоквартирного дома. За неисполнение предписаний предусмотрена, во-первых, административная ответственность, достаточно весомая, до 250 тысяч рублей для юридического лица. Соответственно, факт исполнения предписания, он будет оставаться все равно в нашем контроле.